Вы же не будете играть. Скажите, какая ваша задача? Мы уже настолько преисполнились в своем футбольном познании. Мы теперь не футболисты, мы футбольный эксперт. Мы с трибуны будем рулить всей игрой. Это логичное последствие. То есть, если ты не умеешь играть, если ты не умеешь тренировать, то все, что остается, это быть экспертом. Мы летим в Санкт-Петербург. Мы дома даже, когда играем в гостях. Мы Амкал СПБ сегодня. Бара, кто твой следующий друг? Мне просто грустно, что тренер только на тебя подписан. Ну, блядь, ну... Я же с ним знаком был, только да, я был все, с ним знаком. Все, это логично есть, же. Все, это поставлю, логично. Да. Вот, знаете, вот это новая молодежная, блогерская, вот так. Нихуя себе, блядь. Чудесно, люблю этот город, особенно люблю сюда приезжать. Сегодня-завтра кому-то из наших поломали бошку кирпичом. Левина нет! А? Левина нет! Ну все, сколько пиц заказывать? Сип! Кто пиццу будет? Сип! Да, я ждал, пока Игоревич доест. Ничего не знаю, блядь! Не-не-не, отбой! Я ждал, пока он доест, нихуя не знаю. Вот у Макса спрашивает. Кто последний опоздал, у того и спрашивайте. Не, ну пусть поедет. На такси едет, ёбаный свет. Реально, ну почему? Да пусть поедет. Какого хуя, бля, раньше времени сбежал, чтобы я не доел, понимаешь? А он сидит, жрет там. Прощение, друзья. Потому что, извините, конечно, но когда все поют самые лучшие из армян, а что же мы его не ели, я хуй его знаю. Ну да, кстати, вот это уже факт. Тогда на природу идем, пожалуйста. Сезон уже сейчас скажет, погода плохая, Эр, что это такое, шашлык сделай нам. Да, да, потом зима не дома, я куда что, дома делать буду шашлык, блядь? Шашлык принеси. Ну сколько мы уже просим? Сколько ты уже в команде, Эр? Сколько в команде? 3 месяца. 3 месяца? Раз, был хоть шашлык, честно? Делал хоть раз шашлык? Лето было, все. Нам Егоров должен шашлык, предлагаю, чтобы он за бабки сделал Егорову, а он нам принесет, блядь. Конечно, есть, но лучше поприятнее, я думаю, будет. Сейчас бы на луч. В «Принц Перси» играл, где там всякие ловушки проходят, что так же идешь, сейчас вода неожиданно оттуда-то, из подземелья. Не увернулся, все, труп. Смотри, что за красота, посмотри, ну, просто. Мне кажется, лучше не бывает, Серега. Можно мы вообще просто здесь останемся, поляну полили. Это вообще уровень. Типа, вот казино такие же поля. Казино такие же поля? Да. Для меня это не новость, я вырос в таких условиях. А что не заиграл? Ну что, Герман попросил «Зенит» подождать, поэтому тренируемся сегодня мы здесь. Получаем удовольствие, настраиваемся, кайфуем от футбола, от мяча. После тренировки не уезжаем, у нас будет разговор в раздевалке. Все, давайте, с удовольствием потренируемся, погнали. Давайте, парни, побежали по кругу. Смотри, я с тренером могу договориться, что уезжаешь в отель ты. Заявки. Получается, наконец, что расскажешь? Стану профиком. Я так сильно обрадовался. Вроде Герман мне обещал, но я знал, что я, скорее всего, буду заявкой. Но все равно переживал, новый тренер. Там. Мы с Филом Ворониным такие, ну типа, не, ну как бы обычные пацаны. Я играл там на коробках за свою команду там местную в городе. А завтра буду в Кубке России. Даже на замене, но смотрим, как там все сложится. Это вообще жесть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это надо строй победителя, а не лузера. Какой два раз проиграл, будет победитель. Я сейчас выиграю, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. О, Майк! Очень хорошее упражнение, кайфы, кайфы. Также по парам, парни. Первая пара заходит вот от центральной линии до меня дистанция, да? Задача раскачать соперника, без рук его пробежать. Соответственно, тот, кто здесь, также без рук, задача не дать ему пройти в эту зону. Ага, хорошо. Хорош, хорош, пойдет. Поехали.
Качай, 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 качай. Можно, 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 качай. Хорошо. Че? Виточ, давай. Камеры. Поехали, давай. Опа! Пошел, пошел! Ты не можешь уйти! Хорош. Во! Во! Не пробежит ни один от такого взгляда. Красавец, Пем. Хорошо! Хорошо! Спасибо за работу. Там еще второе поле. Скажи, это лучшее поле в твоей жизни? Да, но этот, да, это точно лучшее поле в моей жизни. Атмосфера и лес. Это лучше моего из в лес в моей жизни. Но мне кажется, если спросить у Кашая, он скажет, что в Швеции в каждой деревне такое. А правда говорят, что в Швеции в каждой деревне такое поле? Да. Я же говорил. Однажды мы были в Германии, где нас наебали. Вот там было все очень плохо, кроме одного, предыгровой тренировки. Там была такая тоже база в лесу, очень уютная, вокруг темно, и только поле подсвечивается, как здесь. И там было офигенное натуральное поле. Это было круто. Я очень восторг. Да, бля, подскользнулся, чуть-чуть на шпагат не сел. Нет, ты сел. Ноги ты вывернули сел, бля, в две стороны. Реально сел почти. Просто только железки надел, бля. Амкал в Кубке России в 1/64 финала. Никто из медийных известных команд сюда не дошел. Сахалинец вылетел, Амкар вылетел, Тудроц вылетели. Друзья, мы действительно играем не только за нашу эмблему, но и за весь медиафутбол, который только существует. Поэтому каждого из вас мы просим поставить лайк и подписаться на канал для того, чтобы не пропускать новые видосы. Если под этим роликом мы наберем 60 тысяч лайков за 2 дня, то мы максимально оперативно выпускаем ролик с матча, который уже случился в медиалиге. Так что с вас лайк и подписка, а с нас контент. Важно, чтобы каждый из вас не забывал про нашего легального партнера Пари, который поддерживает нас во всех матчах и турнирах. Огромный выбор спортивных событий, все максимально легально. И самое главное, помните, что каждого новичка ждет фрибет на 1000 рублей. Ну а где что искать, вы прекрасно знаете. По ссылке в закрепленном комментарии. Буду сидеть с рацией, с Финита, и будем переговаривать с Германом. Все-таки у нас будет немножко общий план на матче. И тем самым какие-то, возможно, нюансы мы будем замечать со стороны и какой-то фидбэк давать тренерскому штабу. 9:44 утра, я проснулся 40 минут назад. У нас появилась очень крутая идея сделать видос с рациями. То, что у нас будет тут тренер рация, будет рация на трибуне, будет такой интерактив. Но я почему-то думал, что рации будут куплены заранее, как это у нормальных людей происходит. Но мы все на голову отбиты, поэтому мы все делаем в последний момент. В 9 утра мне говорят, рации нет. А контент нужен. Мы придумали, мы сейчас вот приобретаем рации. Фарзар, а почему ты без вещей? Ты же должен был быть заявкой. Не слышно, не слышно. Потеря связи, мэйдэй, мэйдэй. Кубок России. Мы приехали на стадион «Смена», город Санкт-Петербург. Мы играем против звезды. Тил Воронин уже выходит на разминку. У нас сегодня есть аналитики. Вон наши ребята сидят. И это наши ребята, которые будут подсказывать во время игры по рации. Сам важно, надо прям доложить. Врубай обратно. На 100, не на 200, а почему на 300. А нет третьей рации, я тоже хочу все рации. Давай мне еще один. Нет. Две.
привет. Да, минус твички. Помним, людям не скорбим. Что делать? Чтоб все писали. Прямиком с трансфермаркета на стендап-сцену. Когда последний раз в Кубке России играл, кроме Амкала? Последний раз в том сезоне. Играл здесь, кстати, с «Зенитом» мы играли. За КамАЗ в 1-8. Проиграли, правда, 6-0. Ну, бывает. Основа была? Да, основа. Иваныч написал, мы сейчас с ним очень мило пообщались. Вот он мне написал, он передал ребятам всем, что переживает, следит, смотрит. Меня будоражит ощущение вот это кубка. Ощущение, это знаешь, это третий раз уже, когда я думаю о том, что матч на кубок может стать последним для нас. Основная задача наша – это реально сыграть в командный футбол. Мы всегда играем сильно первые минуты, вот первые 15-20 минут психологически доиграть, забрать мяч ничейный, дать понять сопернику, то это Амкал, что мы доминируем и что мы сильнее. Вот это важный психологический момент. Все, что мы наигрывали, все, что мы всю жизнь наигрывали, все, что мы наигрывали последнюю неделю, за это время давайте применять. Значит, все, давай, погнали. Помнится, мужики, еще давным-давно, когда Амкал создавался, первый выезд был, кстати, сюда, в Питер. Приехали тогда такие на рофле с улыбочкой, вышли, выиграли и пошли географию баров изучать по городу. Вот ничего с тех пор не изменилось, мужчины. Все то же самое. И хочу заметить, что на поле с улыбочкой мы уже вышли. Осталось дело за малым. Парни, сейчас главное, нам просто в футбол кайфовать играть. Вот там есть табло, да, там какие-то цифры, блядь. Вообще похуй, что там нарисовано, блядь. Мы просто выходим каждую секундочку, блядь, ценить, кайфовать. Смотри, это статисты изучают, там, я хуй знаю, там нули какие-то, поебать. Давай выйдем, кайфанем просто. Если небольшие переживания, там чуть-чуть там мандражи, блядь. Вот просто сейчас, парни, выйдем, выдохнем. Два рывочка, блядь, все как рукой снимет, просто, блядь. На меня смотрите, блядь. Я, блядь, заряжен пиздец, как и вы, блядь. Давай, блядь, огонек устроим. Мамка! 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 Соблюдены, погнали. Амкал против «Звезды». Ну и если ты уж с арбитров начал, а тут, внимание, ошибка уже на первой секунде встречи, и Олег Дрожук на опыте жестко ногу поставил, все-таки не позволил сопернику Першину мяч перехватить. Тут же пошло наступление москвичей. Мандражик присутствует? У меня, блядь, мандражик присутствует, потому что у меня кресло не откидывается. Сегодня еще и своеобразное тоже дерби двух столиц в миниатюре. Московская команда против петербургской. И вот первая попытка атаковать через Гасилина. Но Газ не готов был. То есть сама по себе передача в зону хорошая, но не готов. Менха, 81 номер, в воротах у Амкала играет. В поле Андрей Алешин, он же Сипскана, 10-й. Мужчины, то, что надо, так же. Давайте чуть-чуть по другому. Не понял. В медиафутболе новый человек в Амкале — это Юрий Бабин. Передача Прокопа с правого фланга. Неплохо. Показали нам на трибунах Кирилла Камбарова. Вот такая поддержка у Дмитрия. Подача в штрафную. И удар сразу с подбора от Прокопа. Еще одна попытка. Момент. И здесь Гасилин мог вот так по хоккейному клюшечку подставив переправить этот мяч в угол. Обил Товмасян. Один из центральных защитников. Да, блядь, хорош! Он тоже правильно бил. Хорош! 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 Расставляйте! Нам показывают удар. Все-таки там не Эрик бил, да, а да. Кузькин. Дмитрий Кузькин, бывший футболист «Звезды», кстати говоря. Умнички, начало забираем, внимательно еще надо. У нас обычно хорошо получается первые 5 минут. Ну, плюс это вторая лига, они всегда плюс-минус сыграют сначала, да. Они прям сзади остаются, типа, это нормальная тема. Ну и мы немножко напомнили, что мы тут не хуем делали, но типа не пальцем, ладно, окей. И бежит вперед на всей скорости. Степан Евсютин, подача, и тоже острая ситуация. А вот эта передача неоправданно рискованная назад. В итоге надо обороняться, момент. Все бы еще не подсказали сейчас. Ну, конечно, мог, типа, либо сам, да? Продлевать, вот, да. Да, 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 либо сильнее просто. А так получилось, что слабовато. На поле легче находиться, чем на трех.
пиздец. Ты там, ты сосредоточен, и ты не паникуешь в таких моментах, ну, типа, бля, вот сейчас Жека даже нахуй глазом не моргнул, на поле находясь. Да. А когда ты боишься за Саню или там за любого полевого игрока, ты просто пиздец. Он еще и теперь не просто мой друг, а мой подопечный. Вот и именно. Это вообще пиздец. Я как за сына, блядь, волнуюсь. Вот, это да, вообще ужас. Он нам сказал в интервью перед матчем, свел нужных людей, проводит игру именно здесь. Внимание, перехват. И дальний удар будет. Нет, в итоге такой момент из-под угла и роскошный подкат Левшука. Здорово сработал здесь опять Андреев. Обрати внимание, вот казалось бы, самый возрастной в команде, но самый опытный, знает, как перекусывать соперника выходящего. Думал, тренировать буду, медвежья болезнь пройдет. Хуй, блядь. Готов бежать в туалет каждую секунду. Я в ахуе, блядь. Пиздец. Я скоро пьяный. Точно отпасовал. Вот это, конечно. Ну, ладно, здесь пока прокоп на левом фланге. Подача, момент и гол! Очень все хорошо, молодцы. Уже третья голевая передача в, именно так, в Кубке России. С левой ноги он делает это уже второй раз. При том, что он правша. Но в прошлом матче с Тверью он делал правой ногой голевую. Но сейчас играет с левой. Шикарная подача и не менее шикарный удар головой. Он действительно вонзает мяч туда. Вау! Шикарный пас. Мне кажется, он сейчас, в принципе, один из лучших ассистентов Кубки России. Факт. Во всех матчах, во всех, ну, то есть, игр-то уже достаточно проведено. Идеальная подача и разбежавшийся Сергей. Ну, тут, видишь, у него преимущество было в том, что все-таки соперник был в статике. А Сергей на скорости, еще и в прыжке. И я напомню, что это лучший ассистент Кубки России. Миша дал! Миша отдал! А Кирю я сюда привел. Я очень рад. Кирю еще привел. Вот реально вам говорю, Барри нет на поле, повели, все. Ну что, посмотрим, что будет дальше. Это еще далеко не конец. Самое начало матча. Быстрый гол у нас есть. Долго думали, Кирю и Кузи, кто выше, кто ниже. Ну, да. Как Кирю добежал, как Кирю, да, в итоге выпрыгнул, верхнюю точку поймал, ну, и продавил. Получается тренерская? Получается тренерская. Слушай, ну Кирюков правый защитник, номинальный вышел. Правого хава, это в любом случае тренерская. Куда большими, они и так атаковали. Подача. Свой ответ. После навеса и вот такой удар из-под защитников. Но здесь Амкал, он, конечно, умеет сгруппироваться перед мячом, перед соперником. Сейчас самое главное, первые 5-7 минут после гола. Внимательно. Есть у него дополнительный какой-то настрой на звезду в связи с этим фактом просмотра или нет? Коллекция подкатов. Первая в матче желтая карточка. Бля, вдвоем прыгают. Чего, блядь? А кому? Чего, блядь? Какая желтая, блядь? Вот футболистов для Амкала будет очень жесткая игра с подкатами. Здесь на грани было. А вот тут... Дим, честно говоря, мне кажется, оба эпизода в целом тянули на желтую карточку. А мне вот кажется... Шипами. Не тот, мне кажется, ни тот, ни другой на желтую. Блин, реально надо просто сейчас внимательно, потому что этой желтой судья показал свое намерение к тому, что он будет все ставить. Типа даже малейшая возможность будет прецедент, он уже поставит. Там ходили там разные слухи, не слухи, но вот этой желтой сейчас судья как бы обозначает, в какую сторону он выбирает дальше. Это, конечно, опасная история. Какая желтая вообще? Желтая абсолютно. Ну что, травишь, что ли? Они бы вдвоем катились, абсолютно. И он нашему желтую дает. Кому дает? Васильевичем Гамулой. Гамулу мы помним и любим. И вот, собственно, вот в том числе такого парня он воспитал. Играл он, между прочим, во второй лиге. Парень, который выигрывал вторую лигу, у него отменный опыт. Играл вот примерно на таком уровне, как на каком играет звезда. Ну а сейчас Левшук пытается ускориться, делает это здорово, у него очень хороший бег, а это жесткий подкат, и можно вторую, как мне кажется, желтую выписывать. Чем этот эпизод отличался от того? Да, ничем. Вторая желтая. Давай, хорош, вот это правильное, вот это прям абсолютно. Он, блядь, прямой ногой поднятый, да, летел, да, это желтая. Слушай, не хотел, если бы, я думаю, болельщиков бы не было бы, не вынудили бы его. Да, я думаю, что это тупо из-за того, что, типа, гол на всем стадионе был.
это очень травмоопасно. Вот это наижелтейшее. Видели, да, этот баннер «Back to SPB». Мы говорили про Алексея Гасилина, про Кузькина, которые здесь, в Питере, играли. А если это касается Гасилина, то он здесь рос. Но вот Миша Прокопьев тоже на этом баннере был, фанатов «Амкала». Товмасяну желтую карточку показали, да, уже да. 3 предупреждения. То есть то, о чем мы говорили, да, в начале, что это должна быть жесткая игра. Блин, не попал даже. Честно, даже Эрик не попал по нему. То, о чем говорил Камбаров, когда мы попросили его, скажем так, чуть более развернуто рассказать о том, во что играет «Звезда», он говорит: контрпрессинг, давление и попытка все-таки комбинировать. Это гол! Это гол, который забивает вот так неожиданно команда «Звезда». Дай дальний штрафной. Первый пол. А как так? Хуйня. Мяч катился, во-первых. Мяч с другой точки вел абсолютно. Но вот он, судья проявил. Это просто жесть. Потому что надо сразу перед мячом вставать. Ну, блядь, ну нельзя же, реально. Блядь, это же не обидно именно от такого хуйня. Это же не просто так, блядь, всегда делается перед мячом. Не по приколу, а потому что от этого да зависит. Да нихуя, смотри, где было нарушение и откуда он ударил. Не было просьбы от арбитра разыгрывать по свистку. Здесь один был фол, второй был фол, оба в исполнении Сибсканы. И пока все смотрели, непонятно на кого, пробил с правой касание Перша. Я давно такого не видел. Ну а что тут скажешь? Все по делу получается. Да, это может быть кто-то скажет, что не фэрплей. Судья свистнул, все спокойно стоят. Мяч откатился там на 2-3 метра. Их игрок просто ударил. По факту судья ни в коем случае не должен был такой засчитывать, потому что перед штрафной, на таком коротком расстоянии от ворот, каждые полметра считаются, и то есть даже если бы он откатился на полметра, судья должен был свистнуть и перебить. Вот. Почему он так сделал, не знаю, это уже вы пишите догадки, но однозначно гола точно не должен был. Метра полтора было после фола, и мяч катился, мне кажется, что можно было, если бы был бы ВАР, отменять этот гол. Чем нет ВАР? Вопрос. Ну, получается, мы не на МКС, не на медиа-лиге, да? Я не хочу там думать о том, по правилам, не по правилам, меня это не касается. Я и как игрок на поле, как вратарь, не должен выключаться. И это может звучать пафосно и круто как-то, но это точно 100% это правильно и правда. Я должен был либо крикнуть игрокам, чтобы встали перед мячом, либо самому не выключаться. Перед мячом крикнуть, и все, и с меня уже ответственность снимется. А я не крикнул. Топ обманов судей в истории футбола. Так меня еще никогда за нос не водили. Старый, просто реакция уже не та. Судья супер грамотно отвлек, вот реально. Начал рассказывать, что там было, там не было. Я только прислушался внимательно, а уже и гол. Вот это, блядь, хитрость судейская, реально. Вот. Меня писали в комментариях: да блин, такому в дюсшах учат. 12 лет тренер как напихает, что перед мячом вставать. Так на всю жизнь запомнишь. Это что, так Сибскана 14 лет футболом занимается, вряд ли он в дюсшах был. Нет, вообще, я в карьере забивал 2-3 мяча таким образом тоже, что без свистка ставишь и бьешь, но всегда ты ставишь с места нарушения, то в чем и фишка. А не когда мяч укатился нам метр там полтора. Вблизи штрафной это ключевое значение имеют эти метры. Там нужно ставить прям точно. Внимание, еще одна атака, Герчика прострел. А вот сейчас уже тяжелое время для Амкала, потому что зоны упускают. И как только включают реальную скорость на флангах «Звезда», начинаются проблемы. Интересно, конечно, как парни отреагируют на этот пропущенный гол. Такой, да, необычный такой гол, который забила «Звезда». Удар! Поднимай! Поднимай! А как нет-то, блядь? Пусть садись, пусть садись! Жень, не надо, Жень! Жень! Сука, блядь! Да раз, блядь, слепой нахуй! Миша, корпус ставь! Корпус ставь! Бля, началось. В целом, все, теперь понятно. Команда когда была, когда начать душить. Боковые железобетон заряжены. Особенно вот этот стоит, который. Ведь тоже урок. Как говорится, лицом не надо щелкать, да? Надо быстренько. Почему обычно так происходит, да, футболисты? Как... Это просто охуеть. Вот это желтая, блядь, прямая. Конечно, бросается в глаза, что игрок нарушает очень грубо. И это фол на желтую карточку. Это начало матча, знаете, где-то в глубине души ты хочешь верить в то, что судья это делает не специально, а просто не заметил. Хотя какого хрена? Боковой был просто в 2 метрах, мне кажется. Я не понимаю, как не давать желтых за такое. Он ой-ой-ой, в скольких командах. Просто за 16 лет профессиональной карьеры, если брать отсчет с 2006 года, он поменял 14 команд.
И вот сейчас он здесь, в «Звезде», а начинал, когда мы с Димой обсуждали как раз перед игрой. Ну, главное, чтобы не плечо. Приземлился плохо. Походу, что-то знакомое для меня. Ну, похоже, что он то ли приземлился, как вот Финн, то ли на вытянутый. То есть, либо плечевой сустав, либо акромиально-ключичный. Надо сейчас перерыв будет посмотреть. Но болит сильно, говорит, не может продолжать. Сказал, вот, типа, минут 5 подвигаюсь. То есть, что не вынужденно, а просто полноценно сейчас замена будет. Итак, подача. Прокоп, конечно, с правой. В центр. Момент. Это скорее скидку делал Дрожжук. Он же сейчас и за мяч поборется. Зачем-то в эту мясорубку влез Товмасян и получил от Дрожжука даже. Еще один заброс. Герчиков. Да, продолжает футболист Амкала прессинговать. Уже большинство отошли назад, но несколько игроков здесь. И можно играть, судья показывает. Гасилин не дотягивается до мяча. И это еще один шанс для Кирякова. Внимание, Першин направо дает Герчиков. Мягкую подачу делает. Это падение с велосипедом. Но атака при этом продолжается. Всю дополнительную экипировку. Вот какой удар, резанный подбор будет. Кашаю, блин, скажите, чтобы его фланг там все не полоскают, он долго возвращается. Я понимаю, другой фланг был, но все равно. Тем временем у нас замена автора гола. Бля, вот здесь падали, вот так у него. Я сейчас тебя в перерыве разденешься, посмотрю. Может, связка, да? Вот эти, доктор. Да, ну. Самое больно, вот, доктор, вот эти движения делать. Больно, сместившийся ближе к центру Левшук на подборе. Прокоп сразу пытается направо перевести. Это у него получается. Умно сыграл. Петербургский, между прочим, футболист. Тоже приехал сюда с вдохновением. Подача в штрафную, но не акцентированная. Забегайте за Сеню, блядь! Сеня там умрет сейчас, блядь. Ну он за двоих, блядь, 30 минут бегает, тут 35. Да не, все нормально было. Мне там три человека полоскало, так нормально. Вообще не устал, просто, так, может, такое впечатление сложилось. Как будто не дорабатывали, наверное, с левого фланга, и там получались моменты оттуда. Так вроде все нормально. Хорошей физической форме. Это Матвей Першин, он уже здесь материализовался справа. Он уже в штрафной слева бьет. Ну как ты ковырнул? Здесь уже первый гол в карьере забил, блядь. Серьезно? Головой. Кирилл, ты за первый тайм вообще гол, желтый, правый, это пиздец. Все собрал. Желтый мяч просто. Есть этот хитрик в хоккее, да, когда гол, голевая и подраться. А у нас хитрик Кирякова. Гол, желтая, травмировался. И здесь Великородный обитает на правом фланге. Герчиков, ложный замах, прострел, момент. Будет удар, вот он, этот удар, момент отбивает перед собой. Фу, блядь! Вроде так офигенно начали. Был наш контроль. Сильно. Чуть-чуть после гола концентрация. Вратарь. Очень высокая подача. Моменко красавец в прыжке. Кулаком выбивает мяч. Подбор за Прокопа. Пошла контратака. Вдвоем против пятерых. Но есть подключение и Гасилина. Увидят его партнеры. Кашаев. Тяжело было Кашаеву сразу туда отправить мяч. Я такой видел только Тотти. Делал в касании спиной к воротам соперника, находясь, отправляя сразу туда мяч. А так вот несколько еще касаний. А здесь, судя по всему, еще и положение вне игры. Короче, 24-я минута, Федотов пишет, что арбитр ошибается. Нельзя было засчитывать гол в ворота Амкала, потому что после фиксации нарушения правил арбитр начал объяснять что-то игрокам Амкала. И, соответственно, они выключили Федота, потому что они отжались с судьей. Ну и, собственно говоря, мяч был введен в игру не с того места. Метра два были. Такая вот история. Поэтому это то, о чем мы кричали и почему мы негодовали. Вот ваш российский футбол. И вот сиди сейчас, гадай. Сиди, гадай, блядь. Это потому что репутация у «Звезды» такая, в том, что они работают с судьями или еще. Вот как, блядь, догадаться? Не, ну боковой точно клоун вообще. Блядь, как можно не следить за удар по лицу, который прямо при тебе? Я не понимаю. Это реально, как это можно? Как это вообще? Ну, типа, нет. У меня просто вопрос, ну, не сколько, если мы в первом матче с Зорком подавали один эпизод, я уже, блядь, три насчитал. Приебал, Прокопу дали, гол засчитанный в наши ворота. И да, еще, сказал. Ну, то есть, типа, ну, бля, и, ну, окей, и хорошо, а если мы проиграем, что мне напишут, да, арбитр ошибся, блядь, и чего? Да, в том-то и дело, если бы его штрафанули на ляма 3, например, ну, реально, ну, типа... Или на полтора. Ну, нет, ну, ошибся, решает, куда гонит, типа, ебашьте, пиздец, очень построго, думаю, блядь, страшно было ошибаться, какой-то нет. Ну, как, блядь, вот так, удар по лицу, что он может объяснить, что у него рука в естественном положении для боксера была, или что, блядь? Да, эту команду, которую придумали, переименовали в «Звезду». Внимание, момент, и прострел справа уже. Ничего! Со Стариковым! По
Позиция, падение, пум-пум. Сейчас вырос будет хуёвый, но этого еще не натренировали. Давайте с этой камеры посмотрим, как раз идеальный ракурс. Ну, куда, на кого? Либо подавать на дальнюю, либо на второй темп в центр штрафной. В итоге ни два, ни полтора. Здесь попытка пяткой сыграть. Хорошая помысли-то! Блять, помысли здорово, пиздец! Один Олег, один! Это больше... Вот, кстати, Карен, мы имеем право предъявлять Саше за тот пропущенный гол или нет? Ты чё, прикалываешь? Почему? Рэп, а как мне... Ладно. Это чё, такая шутка, что ли, блядь? Рэп, а к нему санкции будут? Блядь! Это же вообще пиздец. Почему он сейчас поднял флаг? Смотрите, давайте после игры пообщаемся. Хорошо, да. Смотрите, просьба, да, не мешаем советской бригаде. Да, я поэтому прошу просто спросить. Потому что еще раз подойду, будут уже дисциплинарные санкции. Договорились? А нет. Именно что же правило? Это что за правило? Ребят, сядьте, пожалуйста. И после игры все. Понятно, спасибо. Так, с подъема от Андреева. Вот он с мячом. Классная передача, скрытая. Момент. Кузькин. И еще один удар. Гол! Какой удар! Какой удар и какой гол! 2-1. Блядь, сука, блядь, сука! Блядь! Ну как так легко-то, блядь? Звезда получше в первом тайме. Отмечаем вот здесь эту передачу Андреева, с нее все началось. Да. Да, офсайда не было, дальше Евсютин. И вот этот удар прошивает правый верхний угол. Дмитрий Великородный, 2000 года футболист. Хороший удар получился. Бил Велик, я Велика знаю с детства тоже, по академиям, когда играли. Он всегда бил здорово. Думаю, по-любому типа, будет бить при возможности. К нему мяч катится. Олег перекрывал дальнюю для меня чуть-чуть, то есть он как бы больше стоял к дальней. Я выглянул вправо из-под Олега, и он в этот момент ударил, типа, в дальнюю. Я не дотянулся, коснулся пальцами, но не хватило роста. В принципе, надо искать высокого вратаря. Нет. Не, ну ищите, я все равно всем все докажу. Я думаю, что надо было нам немножечко пособраннее быть в этом моменте. Надо было чуть-чуть ближе встречать его. Если бы мы встретили бы, опять же, это штрафная. И если бы поджали бы его, то ничего такого не было бы. Хотя и Степана Евсютина тоже, например, низкорослым не назовешь. Хотел я напомнить о том, что не все вообще гладко было у Амкала в этом розыгрыше кубка. Запрещена съемка, к сожалению. Не могли бы вы удалиться? Уже разрешено. Времена меняются быстро. Отыгрываться тоже умеют. Как, мне кажется, вот очень точное сравнение нашел Женя там, Спиряков. Там вся скамейка Звезды сейчас чуть не выскочила на поле. Кто-то вот, локоточком махнул? Возможно, чужой, нет? Или он далеко был от этого момента? Просто он был именно, да, с этой надписью на тренировке, на разминке. Повтор. Да, это Антон Карпов. Так, так. Ну, это симуляция чистой воды. Дим, слушай, ну, он выдумывает точно. Ну, во-первых, чужой его задел по уху. Во-вторых, он задел его... Или даже по спине. Почему Уткин хватается за лицо, я не совсем понимаю. Давайте разбираться, что здесь произошло. Нужно посмотреть повтор. Я, если честно, не знаю. Только если правым пальцем на правой руке он попадает в правый глаз, там, где ни одной камере не видно, и только в этом случае, возможно, какое-то касание было. Но так, конечно, когда ты смотришь повтор, есть ощущение, что ни хрена никакого касания не было. И почему игрок валялся и кричал от боли, требуя красную карточку чужому, только если он знал, что чужой может среагировать, как будто бы это была попытка вывести его из себя. 2-1. Такой счет после первого тайма. Короче, Федотов написал, что не должен был засчитывать, потому что сам судья общался с игроками и отвлек игроков. И мяч был... И полтора-два метра мяч прокатился. Он не должен был засчитывать. Я еще прошел 2 метра, блядь. Конечно, я не ожидаю. Парни, все, это уже все. Прошлое, давайте. 45 минут у нас еще. Парни, слушаем сюда. Первые эмоции. Больше никаких карточек, Эрик. Очень внимательно. Прям строго. Играй в футбол, ты нам нужен. Никаких карточек, строго, чтобы помочь команде. Никаких разговоров больше. Кашай, в атаке вообще вопросов нету. Но помогай Сене, он там за троих пашет. Очень нужна помощь. Сень тоже чуть уже. Потому что выдергиваешься, здесь они вдвоем разыгрывают. Давайте строже сыграем, ребята, именно в первую очередь в оборонительном плане. Чтобы они не дергали, не кидали за спину, ничего нигде не протекало. Следующий момент, ребят. Надо подержать мяч. У нас не было ни одной позиционной атаки. Где-то прям просто вот чуть-чуть подержать мяч. Когда они пришли, натянули их. Когда мы их натянули, тогда можно длинную диагональ, ну, своевременно, конечно, но это обязательно, и это работает, оно заходило сюда, помните,
сюда, гол пришел отсюда. Газ, 10 минут у тебя. Влад готовится. Остальные тоже, ребят, кто на замене, будьте готовы, потому что где-то нужно будет выйти и усилить. Еще, ребят, по персоналям еще добавлю. Уже когда зашли в штрафную, вот здесь можно еще где-то качнуть, проявляем себя, не спешим. Можно даже где-то сыграть красиво. То есть, вот, здесь надежно, здесь можно красиво подержать и так далее. Вот сюда зайти и спокойно сыграть. Все собрано, все в игру, поехали. Это стадион «Смена». Санкт-Петербург, где команда из Санкт-Петербурга ФК «Звезда» проводит гостевой матч 1/64 Кубка России с «Амкалом». Вот так, «Амкал» сегодня хозяин, но при этом пока он уступает. И, в общем-то, от этого преимущества, связанного, конечно, болельщицкой аудиторией, немного дивидендов получает. Сделал ширину на другом фланге, отличном от того, где сейчас команда играет, и вот там нарушение правил, судя по всему. Да ты гонишь! Да ты чё гонишь? Он даже стоял, думал, блядь. Как молчать? Ну, я не знаю, но это, ну, блядь. Как молчать? Когда ты видишь, как когда молчать, блядь? Когда играют 12, это приятно, особенно в профессиональном футболе. Но вышел 22-й. Подача. Ну, буквально обсыпало этими угловыми штрафную площадь «Амкала». Еще один момент, дальний удар. Фолы! Фолы! Фолы, блядь! Им похуй. А, ну да! А так-то он упал просто по приколу! Здесь Пушкину достается по лицу. Вот, ну, вот, я вот, назвал... вот, смотри, смотри, эпизод тянет на какую-нибудь карточку, может быть, даже. Так, ну, здесь толчок, ничего. Конечно, был, да. Ты знаешь, за разговоры... А, нет. Прокоп. Я, наверное, что-то в этой жизни не понимаю, но это реально пиздец. Ну, это просто пиздец. Может, не его одеть, блядь, сразу форму, да? Тогда, а чё? Ну, типа, бля, пускай помогает, просто ногами сразу подыгрывает. Бьет поворотом, когда он в хорошей позиции. Ну, почти ударил. Что за спину сейчас? Общается с игроками. Я просто о том, что не участвовали в этом семинаре, наверное, представители «Амкала». По игре даже послабее. Сипскана, да, мы знаем, как он умеет заворожить взглядом своим, а пока Иванов прострел делает, перекладина. Ёб твою. Да! 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 Это охуеть! Это лучший сет! Да ебать, он выдышал. Это пиздец. Вам может показаться, блядь, на быстрой записи, что нихуя не выдышал, а он ебать. Это вообще, я вам покажу все. Скажем. Бросил руки вверх, отпраздновал этот момент. Ух, какой шанс. Слушай, а момент, ты задел мяч? Ну-ка. Здесь Пушкин не смог передачу. Да, он задел, нет, по-моему, нет, он задел, переправил. Да, мне тоже так кажется, да. Смотрим, что здесь было. В одно касание. Ох, Маменко! Это именно он и его волшебная перчатка. Ну, блин, это крутой был. Мне понравилось, правда. Не буду скромничать, мне очень понравилось. Там прострел такой, я прям руку отстегнул, здорово получилось. Ну, слава богу, правда. То есть тут можно сказать, что и повезло. Я как бы, да, среагировал, но мог не попасть в мяч рукой. Потому что круто, что так получилось. Но в любом случае такой момент интересный. Не, вряд ли, потому что Камбаров с этого сезона, да, главный трик. Внимание, это Андреев, у него хороший дальний удар. Блин, я думал, влетел. Я тоже думал. Прикинь, Глаз сейчас выйдет и положит. Я бы даже сказал, достаточно статусный заброс в штрафную. О, момент еще один. Забивает гол, но из-за защиты. Да, там... Блядь, ну надо сейчас как-то просто на аккуратнейшем сейчас надо туда. И все, чисто на аккуратнейшем, блядь, просто забить. Как корж учил, величайший. Хотел тут изобрести. Кашаев. Техничные футболисты, передача хорошая получается. Воронка, силен момент! Ой-ой-ой, вратарь! Вратарище! Это... Охуеть, ебать его в рот! Все, он все сделал правильно, блядь! Блядь, вот это пас! Ебать, Миша, ебать его выиграл один в один, нахуй! Просто снизу. Бля, ну, хоть вообще, он ударил хорошо. Да, он ударил хорошо, здесь вратарь просто... В порядке, чувак. Ну, очень хорошо убил, да, без вопросов. Дальше Прокопа. Класс. Тонко, да? И ведь самое главное в одно касание. Как только ты убыстряешь игру действием в одно касание, сразу обороны проблем. Красиво исполнил пас, газ не забил.
Там лежит на газоне футболист Амкала. Давай посмотрим. Просто если думаешь, что пенальти? Если это момент на пенальти, так ВАР не работает, Карен. Ну да, но по челюсти досталось. По челюсти досталось. Повод. Смотрим еще раз. Это Першин. Махнул, такую пощечину ответил. Если бы была система видеоповторов, мне кажется, здесь был бы пенальти. Что касается судейства, ну, спорное. Спорное. Очень много спорных моментов. Лично мне дали желтую, вообще не зашло. То есть я пересматривал момент. То есть касания никакого не было. Там у нас 8 карточек, но мы на 8 карточек не наиграли, а они наиграли больше, чем на 3. Давайте будем реалистами. Я понимаю, что это не пенальти. Нет. Но по факту это было же до удара, значит, это остановка матча. Это желтая карточка игроку, который втащил Эрику. А втащил Эрику он капец как сильно, потому что после игры у него, вот просто посмотрите на фотку или на видос, у него просто фингал во весь глаз, который потом светил несколько дней. Вот просто вдумайтесь, с какой дури надо было втащить Эрику, чтобы реально оставить синяк. Ну так вот, нужно было просто свистнуть, остановить игру, дать желтую за то, что ударили Эрика, и продолжить подавать угловой. Но вместо этого Эрик лежит, судья не замечает, как будто просто вот так вот у него белая стена перед глазами, и бежит контратака, как бы вообще пофигу. Один из динозавров медийного футбола и всего Кубка России, это один из самых важных персонажей идеологически. Он блогер, он с самого зарождения Амкала в этой команде. Сейчас будем их ебать. Я буду ебать! Так, брат, тут гопер, блядь. По-братски, блядь, жёлтый не давай. Он же без мата сказал тебе, блядь. Он такой, нет, он подбежал, я обязан. Ты что, гонишь, что ли, блядь? Ну они же подбегают, он, блядь, не дает. Вряд ли закончит, но продолжает карьеру. Да, он новичок команды, только летом вот перебрался в «Звезду» из Санкт-Петербурга. Чушь! Классный перевод в касание, удар от Кашаева. Я поверил, блядь, честно говоря. Прими, блядь, ну есть, прими, блядь! Просто Кашаев — это тот, кто может такую молодить. Так попасть, ну это надо Беркомпом быть. Андреев опять берет игру на себя. Товмасян его преследует. Товмасян не успевает, но на то есть отличный голкипер, когда он играл именно впереди. Товмасян в одно касание, скидка не проходит. Дрожук уже там обосновался, впереди, помогает команде. Левин налево, и время для подачи Левшука. Он в итоге финт проворачивает, но подсказывается на этом, как кажется, идеальном газоне, да? Радугу надо было. Ой, какая здесь дыра. И это Герчиков. Шанс на 3-1. Герчиков! Это сейф! Значит, этот матч. Знаешь, что ответил момент? Да. Я сказал, что для меня Кубок России – это шанс доказать, что рост для голкипера – это не все. Удар! Чуть ли не с центра поля. Блядь! Это было охуительно, если честно. Это было просто охуительно. Прокоп увидел, что вратарь высоко, ебанул ему за спину, тот в прыжке поймал намертво, выронил, чуть не выронил себе ворота. Это очень красивый момент. Да. Я думаю, 40 метров здесь есть, конечно. Ну так еще если под углом, да? То есть не из центра он бил. Красавец Прокоп, оригинальное решение. И еще раз к слову об этих кареновых сравнениях Прокопа с Бекхэм. Другой подает, бьет отменно. Амкал потихонечку игру не просто выровнял, он создает моменты, в том числе и из... Мы знаем, мы за финал уже к нему обращаемся. Шаев, подача. Першин. Еще один подкат. Делятся футболисты Амкала. Нарушение правил. Смотри, есть... Удар слева по центру. Не самым уверенным образом, как кажется. Хотя это экстра выпадный вратарь Мюнха. Не будем ему советовать. Ух ты! Них очень сильная сторона, я это сразу говорю. Потому что готовится на поле выйти, а вот это тот самый наклбол, да, от Арсения Левчука. Это было здорово. Но если соперника не возит, то накинулась на него. Вот такие вспышки активности, подача еще одна в сторону Блата. И опять вмазал мячу кулаком. Бля, пожалуйста, я когда ухожу ссать, мы забиваем гол, я пошел. Из них можно выжить что-то действительно... Нужная для команды подкат чистый или все-таки фол? Ну и здесь трибуны в бешенстве. А ты че, блядь? Че, малорек, блядь? Артур Федоров, напоминаю, показывает желтую карточку сейчас Шурыгину. Ну а нам нужен повтор, и вот он. Смотрим, и это чистая игра в мяч. И здесь никуда он ногу дальше не поднимал. После 10 минут давление на них, Илюха Шурыгин в центре поля играет чисто в мяч.
и он просто свистит, переворачивает игру, дает опять желтый. И темп сбивается, все меняется, они уже спокойно идут вперед. Я не понял, за что он Шурыге желтую дал? Нарушение. Вообще ни за что, блин. Вот желтая Шурыгину, это эталонная желтая, как сбить темп команде нахуй. Когда команда сильно давит одна вторую, как грамотно ее осадить? Даешь просто в центре желтую. И так все. В мяч же сыграл причем. Да, блядь. Так там даже фола не было. Миша Прокопьев. Да, он, конечно, про, но не железный какой-то коп, да? Он не робокоп. Миша получает травму, это привод, и вылетает из обоймы примерно на 10-12 дней. Сейчас он не тренируется. Мы уже начали играть в медиалиге, и Миша не сыграл в первом матче. Я думаю, что стоит подписаться на канал нашего Дока, который уже выложил снимки и выложил всю важную информацию, где рассказал, что это за травма и как ее лечить. И, конечно же, безумно жалко, что вылетает один из главных лидеров команды в такой ситуации. Но опять же, он сообщил о том, что его ждет просмотр, и благо команда, которая его ждет, готова ожидать, пока он полностью восстановится. Повторюсь, что это будет около 10 дней. Наша задача максимально оперативно его восстановить и сделать так, чтобы очень оперативно он поехал на просмотр. Далеко выносит мяч. И здесь в мясорубку попадает Чушь. Еще и спотыкается от него соперник. Ничего не будет, да? Желтый, не надо давать. Есть такое ощущение. Вот так, раз, в спину, еще и локти. Но здесь ноль попытки сыграть мяч. Тоже, кстати, повод для желтого. Сука! Пиздец, это не желтая, блядь! Охуеть, блядь! Просто, блядь, всех посадил на желтый, блядь, нихуя. Просто нихуя. Локтем попадает в голову, было больно. И сказал реф, это что, не желтое? И он показал видео только мне. Чужому первую желтую дали, просто за то, что он спросил, и это не желтое, или за что желтое. Там и жестче говорили ребята из звезды ему, то есть он ничего такого не сказал, и можно было не давать. Легкая потасовочка, но все в порядке. Тут же все остановились, но Кузькин недоволен тем, что лежит футболист звезды и, ну... Бля, ноги сводит у Брофиков, нахуй, на 79-й минуте. Это чё вообще за хуйня? Ноги, бля, сводит. Они ж могут поэтому вылезти на судьях, блядь, на голах вот таких, блядь, на офсайдах. Они ж по игре не могут вылезти, знаешь. Ну и в целом забавно, что у игроков звезды, у профессионального клуба на 70-й минуте сводят ноги у игроков. Даже у наших футболистов ноги не сводят, а они тренируются по 2-3 раза в неделю и сразу играют. А насколько я в курсе, звезда тренируется каждый день. Они же профессиональный футбольный клуб. Как можно тренироваться всю жизнь и быть профессиональным футболистом, чтобы у тебя на 70-й минуте ноги сводило против Амкала? Ну вот такой его близдец, но правда атакующих свойств. Кудряшов играл в премьер-лиге за Крылья Советов и за Той. Миша Прокоп еще не потерял надежды, на он ждет какого-то интересного предложения. Реально, блядь! Это чё? Клоунада, блядь! Это чё такое, блядь? Просто, блядь, нарисовали красную карту. Чё это, блядь? У него два фола за всю игру, блядь, и две жёлтые. Я не знаю, не вообще, блядь. Красный, ну чё, пошёл добороться, игрок убегал от меня, хотел добороться до конца, свалил, он показал вторую жёлтую. Ну, справедливо? Ну, не знаю. Кто-то говорит спорт, кто-то говорит была, не знаю, не мне решать. Есть тебе что сказать фанатам Амкала и игрокам вообще за то, что тебя удалили, и за слова, которые ты сказал после матча? Подвел команду, хотел добороться очередной раз. Вот, извиняюсь перед командой, извиняюсь перед болельщиками. Ну, кто смотрит игру, кто понимает в футболе, он видел то, что я боролся, играл хорошо. Еще раз извиняюсь перед игроками, перед болельщиками. Что с чужим и что с ним делать? Ну, есть старинный способ, а еще в Англии придумали, называется бить ебало. Когда команда вся рубится, а ты ее подводишь в очередной раз, то только этот остается. Будем экспериментировать, что пробовать. Штрафы не работают, как мы поняли. Неудачно приземлился на правую руку. Сейчас держится за нее, но атака продолжается. Если бы Андреев сейчас пораньше вскочил, может, и на добивание успел бы. Я скорее про дождик, Карен. Насколько он сильный? Я тут комментаторский теплый, знаешь. Так, один. Еще они во
вошли во вкус. Ну вот, да? Вот что здесь было. Иванов тут... Что это было? Зачем? Чего? Гасилин, видимо, знакомый с Ивановым, оборонял его от своих, от чужих. Стандарт. Пускай со своей половины поля Шурыгин отправляет туда мяч в сторону Блата или Левшука. Борьба проиграна. Кудряшов, он фланговый атакующий футболист. Ой-ой-ой, идите спокойно, мы сейчас нахуй забьем и так, спокойно! Бились они тоже после этого фола, продолжается атака. У них у самих быстрый розыгрыш мяча, будто бы приняли правила игры. Левшук, знаешь, уже который раз как будто возится и... Никак подать не может, да? И желтый еще получает. Он даже не смотрит туда, я вах! Сразу карточка. А он на РФ даже не смотрел, знаешь? Сейчас. Блядь, ну хорош нас прихуячивать, ребят, вы что, гоните, блядь? Вы нас что, позвали сюда пригвоздить, блядь? Команда «Звезда», два купленных матча. Шурыгин двигает мяч вперед. Дальше налево, Левшук одно касание очень недурно придумал. Два мяча на поле, ну как не вовремя, а? Ну браво, Амкал, они даже в меньшинстве находясь, все равно поддавливают соперника, как и в напряжении его держат. Момент! Гол! Поборолся здесь и Блат, и Дрожжук, и вот так, хрясь, в упор, находясь в окружении сразу трех защитников, что есть мочи, и даже Владимир Мухин со всеми его возможными матчами там в первой лиге и не только, не помог команде. А я как понял, что Камбара бросил второй мяч, из-за этого у нас появилась возможность разыграть его свободный. Я ребятам сказал, что бегите туда в штрафную, там два высоких у нас были, Олег и Блат. Опустили Бару на мою позицию, тренер решил меня попробовать впереди, так как он знал, так как я с ним в другой команде работал, тоже нападающим. Можно сказать, правильное решение, наверное, тренер сделал. Я рад, что мне получилось посодействовать именно командному голу и впереди. Давно уже никаких голевых действий не делал, вот, а здесь получилось голевую отдать. Ну, гол в конце, да. Даже не сомневался. Мы Голливуд любим. Развязки – это наше все. Вот как бы это ни звучало, реально сомнений не было, что мы додаем. Подача с левой ноги, но спиной к воротам находился Вартанян и Куски. И пытается, конечно, выжить победу Маменко. Минута! Сильно в штрафную площадь Амкала Дрожжук. Дальний удар не получается у Иванова, а это уже куда-то туда. Плохой удар, все. Иногда хороший пас. Лети! Лети! Да! Ребят, слушай, мы уже герои, мы уже красавцы, мы уже сыграли охрененный матч. Пенальти не лотерея. У тебя есть шанс вывести команду вперед, забить этот гол. Подходим, исполняем, кайфуем от игры, кайфуем от зрителей и поддержим кипера. Погнали! Давайте, парни! Кто бьет, я уже по глазам вижу, все знаю. У нас Кашай начнет очень уверенно. Вторым Васька Левин. Третьим у нас бьет Эрик, четвертый у нас бьет ты. Вот. И у нас завершает Сеня. Все, мужчинки, сейчас выдохнем. Очень, блядь. Эмоции много потратили. Сейчас все кайфуют, блядь. Онлайн бешеный, как говорится, да? Давайте выдохнем, мужики, вот сейчас, прямо здесь. Фух, все спокойненько. Наше любимое дело, блядь. 2007 года мы, блядь, эти пенальти бьем. Это наша тема. Мы здесь хозяева, хищники, блядь. Пускай суд нас. Ай, блядь. Потому что выиграл! Итак, Кашаев против Мухина. Первый удар в серии пенальти. Посмотрел в правую девятку. Ну и поздравления, видимо, у него сегодня хет-трик, да? Отмечает он по детишкам, я так понимаю. Показал три пальца, да? Дрожат буквально руки у Антона. Чушь понимает, что
команду подвел, но она за него и за себя, и за всех, и за многомиллионную аудиторию. Подписчиков-то почти 3 миллиона. Итак, Иванов против Маменко. Смотрит вправо, а бьет влево от себя. Амкал, конечно, любит устраивать драмы, вот эти драмы с развязкой в самом конце. А теперь Левин. Левин берется за реализацию удара, против него Мухин. Короткий достаточно разбег и спасение Мухина. Болельщики расстроены, но Мухин, конечно, здесь красавец. Смотрим за положением его ног. Нет, один голеностоп был ровно на линии. А значит, все чисто. Игнатович против Маменко. Удар и близко было. После матча в пенальти. И звезда тогда выиграла. Но это было в 2020 году. Эрик Товмасян готовится нанести удар. Товмасян забивает. Четко реализуя этот пенальти. Да! Эрик Товмасян, ты знаешь, он один раз в карьере упустил большой шанс после отбора в Англии. Тренер на английском языке спросил его, готов ли он остаться в команде на постоянку. А тренер говорил с ирландским акцентом. И Эрик признался, что он тогда его просто не понял и ответил «нет». И у мяча Евсютин. Евсютин. Здорово реализует. Далеко от центра пробивал. Ну, просто не туда нырнул момент. Платов против Мухина. За 2 минуты до конца основного времени матча они уже встретились. И тогда Платов забил. Ай-яй-яй, не забивает и Мухин! Ну, а это... что это? А это последний... возможно, пенальти последний в этой игре. Если сейчас звезда забивает, сейчас становится 4-2. И медиафутбольная сказка на этом закончится. Ефрем Вартанян, 23-летний нападающий, который, как уже рассказывал Карен, играл за юношескую сборную. Вот с интересным опытом. Вот его разбег, и он забивает. Звезда переходит в 4-й раунд Кубка России. У меня нет пока что. Я вообще не думаю пока ни о чем. Хорошая история была. Ну достойно выступили. Не обидно. Нас даже больше поддерживали, чем питерскую команду. Это самое прикольное. Блядь, слезки наворачивают. Сука. Не снимай меня. Спасибо, мужики. От души. Команда из Питера, звезда, блядь, она уходит под свист трибун, блядь, ее просто отсвистывают, и весь стадик болеет, потому что мы дома, даже когда играем в гостях. И это было классное приключение, правда классное. Спасибо большое всем, кто повлиял на то, что эта возможность появилась. Но мы сделали невозможное, правда. Ну, блядь, я не знаю, что нам еще нужно было сделать. Я считаю, что мы сегодня были сильнее. Простите, если вы считаете иначе. Я считаю, что мы здесь хозяева. И зрители, которые не расходятся, блядь, они уходят за звездой. Они это показывают. Мы играем ради них в первую очередь, а не ради таблат.